Двухполосные полочные акустические системы B&W CM5 не намного больше по габаритам, чем младшая модель серии, однако обеспечивают вполне зрелое и насыщенное звучание. Эта колонка имеет довольно высокую чувствительность, расширенные басы за счет использования более крупного басовика и рассчитана на большую подводимую мощность. B&W CM5 оснащена низкочастотным динамиком со 165-мм диффузором из кевлара и высокочастотным динамиком с 25-мм алюминиевым куполом. Как и во всех колонках серии, эти динамики проходят строгий входной контроль перед установкой в CM5, и все их параметры регламентированы. Поэтому акустические системы оказалось возможным оснастить простым разделительным фильтром, что обеспечило минимальный уровень искажений, а также стабильный импеданс. Кроме того, преимуществом данной АЭС является очень натуральный среднечастотный диапазон, без каких-либо искажений тонального баланса в зоне перехода от низко к высокочастотному диапазонам. Акустические системы оснащены фирменным фазоинвертором FlowPort, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель. Для подключения усилителя предусмотрено две пары качественных винтовых клемм. Эта акустическая система обладает исключительно точным и сбалансированным звуком, который отлично подходит для прослушивания музыкальных записей любых жанров, а также многоканальных дорожек кинофильмов. Эти колонки необходимо размещать на качественных специализированных стойках, так как только в таком случае они смогут реализовать заложенный в них потенциал.